Ну, поехали, как пойдет. В общем, я танцевала с 5 лет до поступления. А потом мне сказал наш художественный руководитель, что, Алин, нужно освободить место. И я такая, блин. И я сказала, все равно я поступаю на актерское, берите место, отдавайте кому-нибудь другому. Я попыталась поступить на хореографическое в Петербурге, но, посмотрев девочек, я сразу поняла, что я как гадкий утенок. Я не была пустое место, то есть на меня обращали внимание, но я поняла, что среди вот этих девчонок я просто не выдержу. И сижу, рыдаю, что я хотела быть хореографом, а в итоге поступаю на актерское. Я ей говорю, маме, только не домой возвращаться. Я найду какие-нибудь пути. Мама говорит, так, тебе точно нельзя оставаться одной. Поехали к тете. Мы приехали к тете, уже сидим, грустим, что все, ищу работу. Потом просматриваю, обновляю лист с поступающими. И бал проходной. Потом еще один тур, еще один тур. Как-то все быстро, так и оказалось. Поломали сразу в институте. Вот и тогда уже пошло комом, что я начала меняться. Конкретно роли... Отдельно взятые роли, скорее всего, вот повлияли. А идеальные роли... Не мне, наверное, судить, идеальная роль или не идеальная роль. Мне кажется, моей глубины достаточно, чтобы я переместилась в ту ситуацию, где мне было больно, либо... Я просто погружаюсь... Да, я действительно позитивный человек, очень открытый, радуюсь, но мне кажется, мне достаточно просто вспомнить то, что я пережила, и могу вообще все. Ну, не обязательно просто вот так вот берешь и из хребта достаешь, вот, и погружаешь себя в ту ситуацию, когда было больно. Сложно это все, конечно. Я хочу решать, что я буду делать, что я не буду делать. Я хочу четко знать, куда я иду. Мне кажется, мне сейчас расплывчато. Я хочу, чтобы эта роль дала понять, что да, ты на своем месте, ты делаешь то, что ты любишь, и ты достойна этого. Не люблю знаменитость, слава, но я просто буду удовлетворена тем, что я делаю. Вот. И я донесу то, что я хочу донести. И хоть кто-нибудь, не обязательно все, но увидя меня, почувствует что-то другое. Когда вроде прописана роль, да, а ты выходишь и сам себе не нравишься. А иногда выходишь и вот так паришь. И это какой-то такой партнер с тобой, зритель с тобой, и ты улетаешь. Вот это кайф. Вот ради этого, да, наверное. Когда зритель, партнер... Вместе вот так вот взялись за руки и в другом вообще пространстве, в другом вообще измерении. Это такое волшебство, это не марихуана. Это театр.